продолжаем нашу видеоэкскурсию. Пытался вести сепаратные переговоры на тему пропуска внутрь, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Дабы не смущать, отключался. Вот где-то это все. Вот так вот выходишь такой утром с кофеечком. И такой думаешь, широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек, и все мое. Шикарно. Так, куда-то убежала Люба, которая обещала показать менючки. Сейчас, наверное, спросим.